и вёк надменно. Кратос, ты горишь! Пройдем! Ясно!
меня шея залетела! Yeah!
Это же был последний. Остался только король. Да. И по сравнению с ним, его берсерки — это пустяки. Брат, я тут подумал о твоих словах. Может, пора жить дальше? Вытащив душу мертвеца этим старым мечом... Прошлое не изменишь. Я рад это слышать. Но я все равно собираюсь к нему. Что? После всех твоих тирад о мести и злобе? Не стоило оставлять злобного духа на свободе в Мидгарде. Но я хотел, чтобы у тебя были верные доводы. Ха. Спасибо за поддержку, брат. Считайте меня сумасшедшей, но мне нравится эта девчонка Труд. Даже несмотря на всю ее семейку. Соглашусь, она удивительная девушка. Неудивительно. Она так и замерла от восторга, когда увидела тебя в убежище. Как будто встретила кумира. Она хотела перенять знания у всех валькирий. Теперь у нее есть Мьёльнир. Так что дальше, я думаю, она будет учиться у Сигрун. Брок и Синдри были бы рады узнать, что этот молот попал в достойные руки. Руки будущей валькирии. Дерево рубит отлично, а кость еще лучше.
Стихи Квасира? Мне они не очень, но все равно куплю. Ты знаешь, где меня найти, если что? Ага, еще один обломок Асгарда. Такое ощущение, что он какой-то другой. Другой? Не знаю, просто странное чувство. Твой острый разум не знает предел. Постойте-ка, это что, тюрьма? Похоже на то. Тогда идем. Внутри может быть что-то полезное. Путь идет вглубь. Надо продвигаться дальше. О, да. Я более чем уверен, что в глубине асгардской тюрьмы нет ничего крайне опасного. Осторожней, брат! Это бедрёт! Ах!
Валькирии пережили Рагнарёк. Может, и некоторые пленники уцелели? Давайте выясним. Сурово! Ты как, брат? Узнаешь его? К сожалению, нет. Помню, инхерии устраивали исчезновение гномов-бунтовщиков во время оккупации. Должно быть, один из них. Осторожно. Эти узники, возможно, не очень признательны тебе за свободу. Не благодарите, сволочи!
этот эльф не особо высокого звания. Какую выгоду Один получил, бросив его в тюрьму? Вероятно, информацию, но зачем тогда держать его тут? Проще ведь убить. Один там что-то спрятал. Я знаю. Надо добраться до той клетки на другой стороне. Смотри, цветок. Кем он был? Не знаю. Может, садовником? За сон травой в хороших-то условиях трудно ухаживать, а уж тут он отдал все силы, чтобы сберечь цветок. Тогда тебе нужно его взять. Oh!
Thank you.
Фрея, невероятно! Стой, не может быть. Это Тюр. Это иллюзия? Нет, брат, похоже, он настоящий. Мимир? Это ты, дружище? Это я сам воплоти, да. Вы подняли такой шум. Если Один об этом прознает... Один мертв. Миры, наконец, от него избавились. Ты в безопасности. Один мертв? И Асгард пал. Так владычеству асов пришел конец. В это трудно поверить. А кто же ты? Его зовут Кратос. Кратос. Знакомое имя. Идем. Тебе нужно отдохнуть. Поесть. Нет. Что мне сейчас нужно, так это подумать над тем, что вы сказали. Побыть наедине со своими мыслями. Хорошо. Сейчас мы обитаем в мире между мирами. Найди нас, как будешь готов. Кратос. Я про тебя где-то слышал. Ну ничего, еще вспомню. Конечно. Ты думаешь, это правда он? После всего произошедшего верить вообще сложно. Но раз Одина нет, я не вижу причин сомневаться. Наши пути пересекутся. В этом я уверен.
Куда теперь? Теперь понятно, для кого нужна была эта тюрьма. Один держал здесь тех, чей облик принимал. Логично. Если хочешь кем-то притвориться, не позволяй ему разгуливать на свободе. Но почему не убить их? Они нужны были ему живыми, чтобы копировать облик. Да. У Одина была целая куча причин желать смерти Тюру. Но он знал, что Тюр будет полезнее живым. Ваш бог войны и вправду вернулся. Что теперь? Ему наверняка охота ноги размять. После заключения дорога манит. Мы-то с вами это точно знаем. Ребята, сдается мне, это ваше. Я знал, что мы что-то потеряли. Что насчет Фрей? Чего тебе, красавчик? Удобно. В бою она будет смотреться лучше. Шикарно! Удобно. В бою она будет смотреться лучше.
Шикарно! Иди, покрасуйся. Подходит. Удобно. Подходит. У-ху! Шикарно! Иди, покрасуйся. Сдается мне, это ваше. Я знал, что мы что-то потеряли. Иди, покрасуйся. Подходит. У-ху! Шикарно! Иди, покрасуйся. Бою она будет смотреться лучше. У-ху! Шикарно! Удобно. В бою она будет смотреться лучше. У-ху! Шикарно! Удобно.
бою она будет смотреться лучше. Шикарно! Удобно. В бою она будет смотреться лучше. Только не вздумай поцарапать броню.
Госпожа? Кратос? Лунда, нужна помощь. Что насчет Фрей? Чего тебе, красавчик? Ничего не понравилось? Броня Рагнарёк за мой счет. Это называется памятный экземпляр. Госпожа? К лицу. Рада была встрече.